В эфире программа «События», в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Час X для выпускников. В Самаре стартовал единый госэкзамен. Драйв по правилам. Инспекторы ДПС открыли охоту на байкеров. Трагичная пятница. Водитель насмерть сбил 11-летнего велосипедиста. Ищем обходные пути. Московское шоссе перекроют уже 30 мая. Сработали четко. Почти 2,5 миллиона рублей с должников самарским коммунальщикам помогли взыскать судебные приставы. Сегодня губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем партии «Справедливая Россия», лидером думской фракции Сергеем Мироновым. Темой беседы стало социально-экономическое положение Самарской области. В частности, глава региона и депутат обсудили ситуацию на Волжском автовазе и новые вазовские модели. Одно из главных направлений работы партии в регионах – это жилищно-коммунальное хозяйство. В городах открываются центры защиты прав граждан, в которые люди обращаются с проблемами в сфере ЖКХ. Со стороны областного руководства центр получил поддержку. По мнению губернатора, работа в этой сфере может оказать региону дополнительную помощь в наведении порядка. Правильно выстроена система работы в системе ЖКХ сегодня – это принципиальнейший вопрос. И если здесь «Справедливая Россия» сможет серьезно, скажем, повлиять вот, и помочь власти решить здесь проблемы, то область получит от этого больше плюсов. С очень хорошим пониманием губернатор Самарской области относится к работе центров защиты прав граждан. Я проинформировал Николая Ивановича Меркушкина, что сегодня же дам задание в центре защиты прав граждан ежеквартально готовить сводный отчет о том, с какими проблемами люди приходят, что дается решить. Как заработать на чемпионате мира по футболу и перспективы развития туристического кластера Самарской области? Эти и многие другие вопросы развития бизнеса обсуждали в Самаре на 5-м региональном форуме «Линия успеха». На мероприятие съехались предприниматели со всего региона. Семинары, авторские тренинги, деловые переговоры, программа форума рассчитана так, чтобы его участники смогли извлечь наибольшую пользу. В торжественном заседании приняли участие губернатор Николай Меркушкин. Глава региона вручил награды тем, кто внес наибольший вклад в развитие предпринимательства. Самарская область – лидер в округе по поддержке малого и среднего бизнеса. Его доля в валовом региональном продукте составляет 23%. С этого года для начинающих предпринимателей введены налоговые каникулы. Первые два предприятия освобождаются от их уплаты и могут все заработанные деньги направить на развитие производства. Льготной налоговой ставкой в размере 0% могут воспользоваться начинающие индивидуальные предприниматели, открывающие бизнес в производственной, научной, социальной сферах и в сфере бытовых услуг населению. Ну, я думаю, вы это знаете, но я еще раз хотел об этом сказать, чтобы телевидение, средства массовой информации еще раз там до самых широких слоев населения довели это, что начинающий предприниматель первые 2 года ничего не платит. Час X для выпускников Самарской области настал. Сегодня стартовала экзаменационная кампания 2016. В эту пятницу сдают литературу и географию. Это выбранные экзамены. Обязательный для всех русский язык пройдет в понедельник, 30 мая. На одном из пунктов сдачи ЕГЭ побывала Марьяна Мирная. Волнением пропитан воздух возле 101-й школы. Выпускники осторожной поступью проходят в кабинеты, где предстоит первое в этом году испытание по единому госэкзамену. 89 школьников в губернии выбрали географию, 1100 ребят – литературу. Нужно знать только определение и произведение, а дальше уже искусство слова. Просто выражаешь себя, наслаждаешься, можно даже наслаждаться этим экзаменом. Надеюсь, хотя бы хорошо написать, чтобы смогла в институт поступить, по баллам пройти. Вот. Волнуюсь, конечно, потому что от этого зависит все-таки будущее. За соблюдением правил следят наблюдатели. На экзаменационные пункты запрещено проносить мобильные телефоны, сумки, книги, лишь паспорт и бутылка воды. В Министерстве образования уверены, что регион успешно справится с испытаниями и не посрамит честь Самарской области ни по каким предметам. С точки зрения поддержания и развития нации и национальной безопасности важны, конечно, русский язык, литература и история. Поэтому предмет литература для нас очень важен. В этом году на 2,5% ребят литературу будут сдавать больше. Это такая хорошая тенденция. Наверное, во многом повлияло, что еще и сочинения пишем второй год и пишем, в общем-то, неплохо.
Результаты по литературе и географии школьники узнают 7-8 июня, а в ближайший понедельник, 30 мая, все 14 тысяч выпускников сядут за парты сдавать русский язык. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Трагическое происшествие на улице Георгия Димитрова в районе 79-го дома. Легковушка сбила 11-летнего мальчика. Хотя скорая приехала на место ДТП уже через 4 минуты от полученных травм, ребенок скончался на месте. Со слов водителя, велосипедист неожиданно стал переезжать дорогу в неустановленном месте, и мужчина просто не успел среагировать. По предварительной информации, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии. По данным полиции, он ехал по улице Георгия Димитрова со стороны Московского шоссе в направлении улицы Молодежной. Ему 35 лет, водительский стаж 2007 года. По словам очевидцев, он также пытался оказать первую помощь ребенку. С началом летних каникул сотрудники ГИБДД и врачи отмечают увеличение аварий с участием детей. Только с начала мая их произошло 13, в каждом из которых пострадали несовершеннолетние. Выяснять точные причины ДТП на Димитрова будут следователи. Ребенок передвигался слева направо по улице, слева направо по ходу движения автомашины. Он из потока, из встречного потока появился несовершеннолетний на велосипеде. Охота на байкеров. Летом именно они нередко становятся виновниками ДТП. С начала года водители двухколесных спровоцировали уже 10 аварий, в которых сами же и пострадали. Рейд по пресечению правонарушений прошел в нескольких районах города. Жажда скорости, драйв и адреналин. Какой русский не любит быстрой езды, особенно если речь идет о байкерах. Еженедельно инспектор ДПС фиксирует сотни правонарушений, среди которых превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда без шлема. Все это нередко приводит к трагическим последствиям. Александр Алексеев за рулем байка уже 2 года. Мужчина дорожит своей жизнью и жизнью других участников движения. Оттого мерами безопасности старается не пренебрегать. На своем железном коне по городу, уверяет, ездит не более 60 км в час. Перед поездкой всегда надевает защитную экипировку. К нарушителям относится негативно. Иногда, с сожалению, мы хороним. Нельзя, нельзя. Есть две вещи. Защита и постоянно, постоянно повышать мастерство езды, потому что мотоцикл мощный, а колеса всего 2. 3,5 сотни, 3,5 секунды сотни. Это же серьезно. Поэтому, конечно, аккуратно. Правила движения, к сожалению, написаны кровью. Внимание! Синий мотоцикл не выполнил требования об остановке. Движется по северо-восточной в сторону Лесной. А этот молодой человек о правилах дорожного движения, по всей видимости, забыл. На мотоцикле нет номеров. Наверное, из-за этого минуты ранее не остановился по требованию сотрудника ДПС. Ну, вообще на мотоцикле 2-й год. Ну, не поставил номер. Не прикрутил в свое время. Есть универсальные рамки, которые продаются. Придется заказать, поставить, чтобы таких ситуаций больше не было. Теперь молодому человеку придется оплатить штраф до 5000 рублей. С начала года в Самарской области, по данным полицейских, на водителей мотоциклов составили более 2000 протоколов. Надзорные функции сотрудников ГИБДД возросли. Мы сейчас активное и очень серьезное влияние уделяем мототранспорту, проводим профилактическую работу с водителями. Такие мероприятия будут проводиться еженедельно. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Новый этап в жизни автомобильной Самары. В понедельник на 3 месяца перекроют участок Московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Георгия Димитрова. Здесь начнется реконструкция магистрали. Как будет организовано движение автотранспорта и что об этом думают водители, расскажет Марина Матвейшина. Московское шоссе перекроют. В понедельник стартует очередной этап реконструкции магистрали. На участке шоссе от проспекта Кирова до улицы Георгия Димитрова разберут асфальтобетонные покрытия и продолжат строить тоннельный путепровод на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Автомобилисты уже предвкушают пробки на этом участке пути, но к ситуации относятся с пониманием. У нас всего 2 выезда из города, и в любом случае делать что-то надо, так или иначе. Если сейчас не сделаем, через 2 года будет еще хуже. Придется потерпеть лучше, чем ездить по кочкам. Кольцо сделают все-таки, в конце концов. И дорога, мне кажется, будет свободней. Такой, ну, наверное, шанс, когда можно было не дождаться вообще этих ремонтов дорог, а тут такой шанс, когда все-таки дороги все сделают, развязки построят. Ну, потерпим 1-2 года, сколько нужно, зато потом будем довольны ездить по хорошей дороге с хорошим развязкой.
Организация движений на этом участке полностью изменится. Схема согласована с ГИБДД. Движение автотранспорта будет осуществляться по вновь построенному боковому съезду параллельно Московскому шоссе. Дорога уже практически готова и прошла все экспертизы. Пока дорогой пользуются только пешеходы и велосипедисты, но совсем скоро она откроется для автомобилистов и будет выручать их на протяжении всего лета. Для проезда на проспект Кирова и к Барбошиной поляне объезд будет организован по улицам Димитрова и Молодежная. Из-за необходимости перекрыть участок Московского шоссе полностью изменится и схема движения общественного транспорта. Все подробности можно узнать на сайте администрации города. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События. В Самаре стартовал ремонт. Большими картами на это из областного бюджета выделили почти 300 миллионов рублей. Сейчас приводят в порядок улицу Народную в Куйбышевском районе. В своей очереди ждут Шоссейная и Белорусская. Когда жители смогут проехать по обновленной дороге, узнала Алина Чемерис. Старый асфальт будто льется в кузов грузовика. Прежде чем укладывать новое покрытие, нужно обрезать поврежденный слой и очистить участок от грязи. Сначала на путь ремонтный встает фрезеровщик, и только потом начинается укладка. Улица Народная связывает Куйбышевский район с центром города. Оттого заслуживает особого внимания. Здесь всегда большой поток машин, поэтому все ремонтные работы ведутся ночью, чтобы не мешать оживленному движению. Протяженность Народной почти 2 километра. Ремонт большими картами здесь начали в мае. Закончить планируют через неделю. Рабочие, 25 специалистов и 10 единиц техники на боевом посту с 10 часов вечера и до утра. За это время успевают уложить до 3000 квадратных метров полотна. На это уходит около 500 тонн асфальта. В Куйбышевском районе обновления также ждут улицы Шоссейная и Белорусская. Ремонт идет по всем современным технологиям. Асфальт высокопрочный, производится на высокопрочном щебне, что придает ему крепость и устойчивость к износостойкости. На укладчиках стоят системы нивелирования, то есть они будут ровные, гладкие, ездить будет приятно. Работы ведутся во всех районах города, мы понимаем необходимость ремонта покрытия и в Куйбышевском, и в Кировском, и в Красноглинском районах. В текущем году за счет средств областного бюджета запланировано выполнение работ на 40 объектах. Ремонт уличной дорожной сети картами свыше 100 метров по году на сумму 273 миллиона рублей. Гарантия на ремонт большими картами 2 года. Все нарушения в этот период подрядчик устраняет за свой счет. Чтобы не допустить дефектов на начальной стадии работ, за качеством ремонта и соблюдением технологий на участках наблюдают кураторы. Пристальный контроль на всех этапах ремонта. Если мы определяем какие-то дефекты уже в процессе лабораторного контроля или еще что-то такое, то выписывается предписание, дается письмо заказчику на устранение этих дефектов, вплоть до того, что они эти места переустраивают, переделывают, перекладывают, все вновь делают. Всего большими картами в этом году отремонтируют более 400 тысяч квадратных метров дорог по всему городу. Завершить работы на всех объектах планируют до конца июля. Алина Чемерис, Алексей Золотенков. События. Почти 30 миллионов рублей поступило в бюджеты внутригородских районов Самары. Это произошло благодаря работе районных комиссий. Так, за первый квартал удалось провести переговоры почти сотни предприятий. Сегодня на заседании комиссии в городскую администрацию были вызваны представители фирм. Были заслушаны доклады о недоимке юридических лиц, имеющих задолженность в бюджет по НДФЛ, земельному налогу, действующим договорам аренды земельных участков и другим обязательным платежам. Перед главами предприятий поставлена задача в кратчайшие сроки погасить имеющиеся задолженности. Иначе средства будут востребованы через суд. Неплательщиков ждут жесткие проверки. Даже уже предварительный разговор их заставляет принимать действия, чтобы они сюда не приходили, а оплачивали. Наталья Александровна доложила, вот какие предприятия до заседания комиссии погасили долги. Это тоже является результатом нашей деятельности. Больше миллиарда рублей задолжали самарцы за холодную воду и канализацию компании «Самарские коммунальные системы». Чтобы вернуть долги, предприятие обращается в суд и к делу подключаются судебные приставы. Какую сумму с их помощью удалось вернуть с начала года, узнала Лариса Шалафаст. Благодарственные письма за отличную работу. Оперативное совещание в Управлении Федеральной службы судебных приставов началось награждение. Особо отметили сотрудников, которые показали лучшие результаты в борьбе со злостными неплательщиками. С должниками приставы работают постоянно. Арестовывают имущество, вручают требования с конкретными сроками оплаты долга. Конечно, действия эффективны. У нас очень много исполнительных производств, которые мы оканчиваем фактическим исполнением. Потому что должники все-таки бывают лояльными и действительно исполняют все наши требования.
Благодаря совместной работе СКС и службы судебных приставов по состоянию на конец мая физические лица, задолжавшие за холодную воду и канализацию, оплатили порядка 650 исполнительных листов на сумму почти 2,5 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась в полтора раза. Нужно объединять усилия, делать все, чтобы Самара была территорией без долгов. То, что делают для нашего предприятия эти люди, для нас весомо и значимо. Поэтому мы каждую неделю чувствуем плоды их труда. Общий долг за услуги водоснабжения и водоотведения у жителей перед СКС превысил 1 миллиард рублей. Чтобы снизить эту цифру, в самарских коммунальных системах каждый четверг проходит заседание комитета по дебиторской задолженности, на которое может прийти любой должник, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. Горожанам идут навстречу и предоставляют рассрочку. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин. События. Единороссы подвели окончательные итоги праймери. В Самаре список кандидатов в Госдуму возглавил Леонид Симоновский, Владимир Гутенев и Виктор Кузнецов. Все они набрали более 25% голосов. Среди тех, кто заявился представлять интересы жителей в региональном парламенте, лидируют Екатерина Кузьмичева, Игорь Станкевич и Александр Нефедов. Явка в Самарской области составила почти 10%. Это даже выше, чем в среднем по стране. Сегодня Федеральный оргкомитет провел итоговое заседание. Его решением аннулирована регистрация троих кандидатов из Ульяновской, Свердловской и Калининградской областей. В Самаре серьезных нарушений не зафиксировано. Ни один из участников предварительного голосования, используя данные своих наблюдателей, не написал заявление с просьбой аннулировать результаты голосования. Это очень важно, потому что у каждого такое право было. Окончательный список кандидатов в Государственную Думу будет составлен на съезде партии в конце июня. В него войдут 400 фамилий. Далее коротко о других темах дня. 8 пляжей Самары и Новокуйбышевска признаны непригодными для купания. Управлением Роспотребнадзора было исследовано 34 пробы воды. Купаться самарцам не рекомендовано в следующих местах. В границах пляжа первой очереди от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской. В границах пляжа четвертой очереди от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага. В границах пляжа в районе Загородного парка. Река Самара в границах неорганизованного пляжа в районе Южного моста. Самарская полиция подозревает лидера партии «Воля» Светлану Пиунову, называющую себя «Лада Русь», в крупном мошенничестве. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областного полицейского главка. По данным источников, в правоохранительных органах дело возбудили еще 22 апреля. Также правоохранительные органы до сих пор не могут установить местонахождение подозреваемой. Возможно, ее даже придется объявить в международный розыск. Самарский блогер выложил очередное видео. На этот раз под прицел квадрокоптера попал испытательный трек «АвтоВАЗа». Именно тут проверяют автомобили, которые производят на Тольяттинском заводе. На треке расположены дороги с виражами, с участками для проверки динамики и маневренности автомобиля, булыжная мостовая, комплекс, где осуществляются ударные испытания, а также брод, имитация железнодорожного переезда. Стали известны результаты первого всероссийского медиаконкурса «Русский космос». Он охватил практически всю страну. Журналисты из более чем 60 регионов присылали свои работы. Среди них репортажи, документальные фильмы, просветительские радио и телепрограммы. Всего около 200 работ. Призы победителям вручал губернатор Николай Меркушкин. На первый этап реконструкции площади Славы выделят 57 миллионов рублей. На официальном сайте госзакупок объявили новые торги. Конкурс подготовил Департамент управления делами губернатора Самарской области. В рамках работ подрядчик должен будет провести ремонт центральной лестницы площади, а также других лестниц и подпорных стен, также проездов и автостоянки, тротуаров и площадок для отдыха. Для обустройства ступеней лестниц будут использовать природный камень, а для облицовки парапетов – мрамор. В планах также установить амфитеатр и фонтаны. «27 мая по всей России отмечают День библиотек. В Самарской библиотеке для слабовидящих к празднику подошли нестандартно. Торжеств решили не устраивать, а поговорить о серьезном. На самые актуальные вопросы отвечали депутаты Самарской городской думы. Репортаж Марины Кравцовой. Светофоры с сигналом есть далеко не на всех перекрестках, но и там, где они установлены, просто звука на зеленый недостаточно, считают инвалиды по зрению. Гораздо удобнее, когда динамик оповещает, через какую именно улицу разрешен переход. Большинство вопросов к депутатам касались именно доступности городского пространства для слабовидящих людей. Так, на улице Венцека, рядом со зданием, где расположено общество инвалидов, не хватает специализированной парковки. Не мешало бы обновить и поручни вдоль тротуара. Вот все, о чем мы сегодня говорили, требует
конечно, приложение усилий и продолжение в решении этих вопросов. Безусловно, теперь практика такая у нас будет. Мы обязательно будем встречаться с теми группами людей, которые у нас входят в программу «Доступная среда». Очень понравилась обстановка, в которой проходила встреча. Совершенно дружелюбная. С ограничениями по зрению непросто добраться и до 13-й поликлиники, которой пользуется много слабовидящих. Решение этого вопроса не займет много времени, и обойтись можно без особых затрат. Просили люди организовать выездные бригады медицинские, места компактного проживания жителей по улице Морестрезо. Поставлен конкретный вопрос, их можно будет решить. Решить именно то, что вот реально мы это сделаем. И по транспорту, и по медицинскому обслуживанию. Самое чудесное, что улучшилось сознание людей. Ну и, конечно, очень много делается чисто материально, да. Укладывается тактильная плитка, ведутся разговоры о том, как правильно оформлять. Встречи парламентариев с людьми с ограничениями по здоровью станут регулярными, чтобы власть из первых уст могла узнать, что необходимо делать в первую очередь. Марина Кравцова, Григорий Першаков. События. В субботу, 28 мая, в Струковском саду пройдет фестиваль «Пресса-2016». Фестиваль в этом году посвящен главному космическому юбилею 55-летию первого полета человека в космос. В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области, газеты, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-СМИ. В программе выступления музыкальных, танцевальных коллективов, конкурсы и викторины, фотовыставка, розыгрыши призов и многое другое. Мы приглашаем вас стать участниками площадки телеканала «Самара ГИС». Встречаемся в 10:30 у фонтана рядом с центральным входом в Струковский сад. Далее новости спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Франк Веркаутерен остается на третий срок в крыльях Советов. Самарские пятиборцы выиграли серебро чемпионата мира. Пляжные крылья Советов вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Дарья Касаткина пробилась в третий тур теннисного турнира «Ролан-Гарос». Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина сыграет в третьем круге соревнований «Ролан-Гарос». На этот раз молодость победила опыт. В Париже в трех сетах 19-летняя Касаткина обыграла 33-летнюю француженку Вирджини Радзана со счетом 3-6, 6-1, 6-3. Теперь на корте Дарью ждет Кики Бертес из Голландии. Продолжается успешно турнир и у самарских пляжников. Крылья Советов вышли в плей-офф Лиги чемпионов и выполнили задачу минимум. А уже в матче 1/8 финала со счетом 6-5 победили «Кристалл» из Санкт-Петербурга. Теперь крылья в четвертьфинале престижного евротурнира встретятся с португальской «Брагой». Успешно выступают и самарские пятиборцы на чемпионате мира. В мужской эстафете самарская команда Илья Фролов и Олег Наумов завоевали серебряные медали. В Москве, кроме этого, разыгрывали и путевки на летние Олимпийские игры. Самарский дуэт в плавании показал 7-й результат, в фехтовании 4-й, в конкуре 2-е место. Комбайн, бег и стрельба победителей не выявил. В итоге у сборной России серебро, у Южной Кореи золото. Бельгийский специалист футбола остается в Самаре на третий срок. Франк Веркаутерен подписал с крыльями Советов еще один контракт на 1 год. По словам гендиректора клуба Виталия Шашкова, команде важно сохранять стабильность и планомерно выполнять поставленные перед ней цели. Главный тренер пошел на уступки и теперь будет получать зарплату в рублях. Его примеру последовал и весь тренерский штаб. С приходом в самарский клуб Веркаутерена крылья вернулись в премьер-лигу СФНЛ, где стали чемпионами России. А в высшем дивизионе в первом же сезоне финишировали в середине турнирной таблицы, как и обещал бельгийский тренер. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи.